Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Банша-калпа-дару-ваши-кипа-синдубья-бача Патитананг павуне бхавишна вибхьо наму нама Мукан кароти вача ланг пангунг ланг хайти гирим Яд кипатам ханг банди парамананда-мадавам Биндавай тусидеп вайпиявай кешва сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай наму нама Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудирай Санкиртане кришна кату упадеше Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхайям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панотапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Аравиндам Ят Пада Паллава Накачанда Маничатая Мисфуруджи такма пикабабаду свадарши, Пурнану рагара сасагара сару муртихи, Сарадикама и кадакифам крус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита бхужау канака бодатау Санкиртанай капитару камала ятакшу Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде джагат приякару Каруна аватару Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхаван рупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясиастехиде Самбид Вам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Кришна Шакти Парапракта Кхетто Кхетрагья Кхятапара Абидья Карма Саньяна Титья Шакти Ришвате. Кришна Шакти Парапракта Кхетвагья Кхям Атапара Абидья Карма Саньяна Титья Шакти Ришвате. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Jagadguru requesting to everybody, O men, you try to Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорил, что о люди, пытайтесь увидеть разницу между этими бхакти, вот этими вышеперечисленными, садан бхакти, прам бхакти, садан бхакти, прам бхакти, еще какой-то. И вот основная разница между садан бхакти, бхава бхакти и прама бхакти. Если какая-то конфузия в вашем сердце возникает, в вашем сердце, и вы думаете, что я Сидда Махатма, и тогда она может скинуть вас с пути бхаджаны, ваших последователей тоже. Это виварта. Что такое виварта? Если мы пойдем в какой-то реке, ну, горной реке имеется в виду, можно видеть какие-то водовороты возникают, если что-то попадает, засасывает в эти водовороты, и такая ситуация везде создается, и что же делать? Шрила Прабхупад говорит, я буду пытаться сделать лучшее, что могу, и дальше зависит от вашей удачи. Но также это зависит от вашей удачи. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад много раз говорил, весь мир И вот некоторые люди не день за днем все дальше уходят от абсолютной истины. Или но если, с другой стороны, если посмотреть, если они строят храмы или дают кучу посвящений, или очень прославились из-за своей пропаганды, но опять же, какое отношение это имеет к бхакти? Наш век рекламы можно разрекламировать любую глупость. Особенно в Индии заметно это. И часто случается в политике. В всяких фильмах. Ну вот особенно в Индии. То есть нужно не путать пропаганду с проповеди. И так кто может проверить и отличить одно от другого. И главное, кто совершает настоящий баджан, а кто нет, никого нет. Кто следует Сварупа Госвами. И день за днем, каждый день уходит, мы уходим. А вот абсолютная истина. И вот если мы говорим об абсолютной истине, к
кто-то начинает возмущаться. Почему? Кто вы, животное или человек? Что вы смеете говорить об абсолютной истине? Но кто-то считает, если кто-то говорит об абсолютной истине, чем-то оскорбительным, неприличным. Вот. И если вы не знаете седанта, но, по крайней мере, не совершаете оскорблений, то есть вы посмотрите на такого оскорбителя, увидите, что он находится в тени майя. То есть от него не будет исходить сияние, и вы не почувствуете внутреннего удовлетворения. Вот тут один махараджа последователь в прошлом году, какой-то ачарья приехал. Тут какие-то эти, ну, знаю, знакомые его пригласили, как не насильно, но как-то заставили вообще. Вот сказали, что этому ачарье надо поклониться. И тот он, в общем, попытался поклониться. И, но потом заметил странности, что баджан у него не перестал идти. И я спросил, что случилось, почему нет вдохновения в баджане. Я не знаю, что-то произошло, что случилось. Вроде бы ничего не делал плохого. Очень строг был. И вот начали выяснять, что случилось. Вот, в общем, думали, выяснили, что поклонился какому-то оскорбителю, лицемеру, который занял пост ачарьи. И в итоге Махарадж ему дал какую-то мантру специальную, тот ее повторял какое-то время и смог восстановиться. И вот суть в том, что люди не понимают. И те, кто оскорбители, если кто-то оскорбляет великую душу или шастру, или еще что-то святое, то какие-то реакции возникнут. Даже в крови состав поменяется. И проказа часто возникает у оскорбителей. И вот несколько примеров из шаста я могу привести. Первое — это Чапал Гопал. Он вроде здоров внешне был, пока не совершил оскорбление. После этого оскорбления Шивас Пандита буквально пару дней развил эту лепру, проказу. Гопал Чакраварти тоже был браманом. И вот он оскорбил Харидас Такура. И буквально через два дня он заболел проказой, его нос он сгнил. Иногда эта проказа не проявляется. Какой-то ачарья сказал, что заболел проказой, долго не проживет. Но не все внимание на такие слова обращают. И вот эта проказа иногда не проявляется внутри, находится. И как это понять? Тело человека становится очень горячим. Жару он не может стерпеть, а брахмачари — один из признаков того, кто совершает идеальную брахмачари, даже если там 45 градусов ему. Нормально, он от жары и от холода не страдает. Mm-hmm.
Вот такие люди еще говорят всякие не связанные вещи. И в материальном мире можно примеров таких привести. Если посмотреть на чистого вайшнава, можно увидеть какое-то сияние от него исходит. Но не опять же, не все могут это видеть. Мы боимся такой неправильной проповеди. И вот таким образом Айушрия Яшодхарма Дхарма признак чистого вайшнава. Наш Рупа Госвами Пад пишет в Расамрита Синду. Вот какие-то антагонисты находятся, хотят убить вайшнавов, как в случае с Шрилой Прабхупадой. Такие, как ни странно, достаточно часто возникали в его жизни. И вот Сиддханти Махарадж был тоже его пытались убить, но так случилось, что он лег наоборот. That's why he wanted to take revenge. Come with a sharp cutter. By chance, that day, Maharaj, he was that side. How much incident I can speak in devotional field? That is called our dirty devotional field. И вот, к сожалению, на пути преданности много всяких неприятностей происходит, убийства, отравления, похищения, заказные убийства и прочее. То есть очень часто такие дела происходят. И вот в Гаудиамадхе. Вот в случае с Гауди Матха было много недовольных, пытались как-то это все остановить. Проповедь Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Вот в Балигае здесь тоже. Но that is a big problem. Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit. I am now speaking about Gadadhar Baba. Я говорю о Гададхар Бабе. Один ученик Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, он был в Бабаджи. Его храм на той стороне реки. И вот он был прекрасно преданный. Совершал харинам, все время повторял святые имена. Вот однажды какой-то землевладелец захотел его убить. За что? Потому что дал посвящение священный шнур какому-то человеку.
Ну, вроде ничего плохого, даже если это человек кшатри или вайша, кого Бхагаватам описывается, Кришна Баларам, даже священный шнур получили. Ну, вот этот землевладелец был крайне недоволен, его вот решили ночью его убить, пока он повторяет харинам под деревом летом. И вот. Вот тут повторил харинам ночью. И вот они наняли какого-то разбойника. Известного. Такое часто происходит. Даже с Бун Махараджем такой случай был. И вот. I can see what is going to happen. That's why I'm going to announce advance. So that Gunda coming. И вот этот разбойник пришел с ножом, с топором. He's watching at Gadadhar Baba. Вот посмотрел на этого Гададхар Бабу, как он повторяет харинамы тут. И вот этот разбойник посмотрел на него и почувствовал нечто, что он великая личность, зачем его убивать, что он сделал. Ну, в общем, выкинул свой топор и пришел, подошел к его лотосным стопам, попросил прощения. Кто ты, откуда пришел? Да вот тут меня послали тебя убить. По заказу вот какого-то землевладельца хотел прощения попросить. Не буду никогда этим заниматься. И Гададхар Баба благословил его, этот человек был спасен. Но тот этот заказчик убийства заболел проказой. Даже жена с детьми его выгнали из дома. Но все же. Не все могут понять, даже видя такие случаи. И вот Бун Госвами Махарадж отправился в одно место говорить харикатху. И какой-то там разбойник хотел отомстить ему из-за того, что он говорит об абсолютной истине. И вот И вот он пришел задать какие-то вопросы не во время харикатхи, а как-то потом. И пришел утром. First of all, after looking at Bhanu Goswami Maharaj, he feels some reaction. He's a pure devotee. И вот он посмотрел на Бун Махараджа и почувствовал нечто в своем сердце, задал какой-то вопрос, и после этого сидел на харикатхе, и тот человек думал, что я падшая душа, нужно сесть подальше. И вот сел подальше. И Махарадж говорил харикатху. Он позвал этого разбойника. Whole assembly feeling some strength and something abnormal when I call that man here. И вот Махарадж сказал, что все слушатели почему что-то подумали, и когда этого разбойника пригласил сюда, все знают, что он разбойник, но утром он пришел ко мне спросить важный вопрос, но когда я начал
отвечать, он что-то почувствовал и спросил Махарадж, возможно ли для вас спасти меня, я такой падший человек. По крайней мере, у него есть хорошее качество, поскольку он признает, что он такой и такой. По крайней мере, у него есть надежда на спасение, поскольку он честно признает свое положение. И поэтому нужно дать ему шанс, но те, кто лицемерные, они никогда не смогут спастись из-за их лицемерия. И вот Шрила Гададхара Пандит Госвами. Сегодня день его явления. Гададхара Пандит Госвами. Он сын Мадав Мишра. И он был из Бангладеша, в то время он был из Индии, из Бхарата. И потом из-за разделения Индии. Вот отделение с разной страны получились, и много. Наши гуруги, они из этого, из Бенгала, который стал Бангладешем впоследствии. Адвайта Гаса и прочие, и так или иначе, Гададхара Пандит. Он Шакти Радхарани. Он Радхарани, но ну, как бы олицетворение Радхарани с одной стороны, с другой стороны, непонятно это, как это все. И вот та шлока, с которой начал. И вот в первой шлоке говорится, Сваруп Шакти – это Шакти, внутренняя энергия. И кроме этого, Сваруп Шакти и вот когда Сваруп Шакти приходит, чтобы благословить нас, приходит к нам, то Сваруп Шакти это проявляется как бхакти. И вот Сваруп Шакти, когда приходит к нам по милости чистого Гуру Вайшнава, это зовется Бхакти, и это же Сваруп Шакти, когда она находится внутри Бхагавана, она зовется Шакти, но когда приходит к нам, она становится Бхакти, и Бхакти может быть известна. Всеми нашими действиями, словами, делами. Бхакти может быть узнана благодаря нашим действиям, речи, тому, что пишем, мыслям и остальному. И вот Шрила Прабхупад, когда он уходил из этого материального мира, Шрила Прабхупад говорил, сейчас никто не... не понимает, что я хочу сказать. И Гуру Падма тоже самое сказал. Они не понимают. И что я могу сделать, находясь здесь? Смотрите на ситуацию. И вот Шрила Прабхупад также говорит, что не все понимают, что я хочу сказать. Никто не понимает, не принимает мои слова. И что толку находиться здесь, Гуру Вайшнавы, они не чувствуют необходимым находиться в этом мире.
И те, кто имеет желание лабхи пуджи пратишти, они не могут осмелиться говорить об абсолютной истине. Это невозможно для них. Они будут пытаться что-то скрывать, спрятать. И вот Сваруп Шакти находится внутри после этого. Другая шакти, которую зовут Сататастра Шакти. Бхагаван Си Кришна говорит в Гите, Арджуна, это слово может быть сравнено с полем, на котором что-то сажают, какие-то растения. С плодородной землей можно сравнить. People can give you respect, you can enjoy woman, money, everything. Very good, more practical. Why should you take trouble? You are foolish. That's why you are taking now bhajan means enjoyment. Now bhajan means enjoyment. I can shout like lion and speak. Now bhajan. Некоторые в наше время думают, что баджан — это как один из видов наслаждения. Смешно это видеть на фоне саньяси, которые думают, что наслаждаться жизнью — это их единственная цель. Имеется в виду, что саньяса очень опустилась в наше время, поэтому что ни говори, но так оно и есть. И вот большинство саньяси только, ну, как ведут такой недостойный образ жизни, вместо следования обетам саньяси просто наслаждаются жизнью. И вот если семя бхакти посадить в плодородную почту нашего сердца, поливать его водой, слушание и повторение святых имен, то этот росток бхакти он превратится в лиану, которая всегда ищет какой-то поддержки. Ну, имеется в виду, обо что плестись можно, и вот манго, или коконат, или хлебное дерево, им. И остальные деревья, они растут сами по себе, им не нужна никакой опоры. А вот лианы, лиана бхакти, им нужна. Им нужна поддержка, опора, на которой они могут расти дальше. Каждую часть секунду, каждое мое слово, то, что я говорю и делаю, все должно быть в соответствии с желанием Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, иначе я не могу назваться вайшнавом. И главное, в чем многие ошибаются. Все наши действия, слова. Махараджа говорит о том, что можно заметить, что некоторые
люди, находящиеся в отреченном укладе жизни или даже занимающие посты ачарьи, живут как обычная обусловленная душа. А вот Шрила Прабхупада сказал, что обусловленная душа может пасть в любой момент, в любое время, даже если она достигла каких-то высот. Это возможно. Если нет, то почему говорится в Шримад Бхагаватам? Бхагаван не принимает нашего, чьи-то славы, материалы. А чистые преданные, они пребывают у лотосных стоп Нитянанды Прабху, как вот в этой известной шлоке говорится. Рамануджаджу was given poison many times, with Charnamitra, with Prasadam. Мадхаджаджу, they wanted to kill Мадхаджаджу. Вот Рамануджаджу пытались отравить и бить Мадхаджаджу тоже. Всякие неблагожелатели часто периодически возникают. Почему это происходит? Видимо, из-за влияния майи. Те, кто наивысшие благодетели в нашей жизни. Джаганнада Сабабаджи Махарадж говорит, что те гуру вайшнавы, которые хотят спасти нас от майи, кто-то думает, что они их враги, пытаются им как-то отомстить, и в этом их неудача. Я не обращаю внимания на количество храмов, которые кто-то построил, или количество последователей. Я хочу видеть, насколько ваше поведение, характер и жизнь, оно соответствует Писаниям. Можно видеть, что весь мир идет как-то против наставления Писания. Кто-то обращает внимание только на голосование. И вот кто-то сказал, что Шанкарачарья аватар Шанкара, если кто-то не следует ему, это оскорбительно. Но Шанкарачарья, даже если аватар Шанкара, но
Шанкарачарья, если Шанкар, но опять же, это не значит, что мы должны ему следовать. Хотя вот с одной стороны говорится, что Шива лучше из вайшнавов. Если кто-то аватара Шанкара, то вот если мы пойдем на Параматалу, там Парама являет два вида сварупа. Первый для глупых материалистов, а другая йога майя. И вот поэтому мы не кланяемся ей в материальной форме, а идем за Шилой Бхакти Валабхатхирта Госвами Махараджи, чтобы обрести ее милость в форме Махамайи. Но имеется в виду им получить милость ее в духовном виде. То есть Шанкар, с одной стороны, дурачит материалистов, но мы должны быть разумны и не следовать тому учению, которое он принес для демонов и прочих материалистов. Вот Каши Вишванат, он был почитаем даже Махапрабху. Вот из 12 джотирлингов самопроявленных. Махапрабху, где бы он ни был, он всегда поклонился им, даже в Канья-Кумаре. Для чего? Чтобы дать нам урок, что если мы кланяемся Канья-Кумаре, Амбулинге Махараджа Махадеву, мы должны кланяться, видя его в связи с Бхагаваном. А если мы кланяемся ему отдельно от Бхагавана, то тогда наше поклонение ему, оно не будет иметь смысла. И вот, когда Шанкар Бхагаван кланяется кому-то, то говорит, мы тоже можем поклониться, но, опять же, его философию принимать не следует, поскольку она к делу отношения не имеет, но глупые люди этого не понимают. И вот во всех сампрадаях похожие явления. Для того, чтобы превознести свое учение. И вот буддисты говорят, что Шанкарачарья явился по воле Бхагавана, чтобы восстановить, по крайней мере, внешнюю значимость вед, поскольку буддисты веды не уважают, но Шанкарачарья, по крайней мере, явился в этом мире, чтобы вот значимость вед восстановить. Но наша цель не дать вам какое-то временное благо, как Шанкарачарья. Шанкарачарья был занят Бхагаваном в служении, чтобы какие-то временные результаты достичь для каких-то определенных целей. Я могу прикоснуться к стопам Нарисимхадевы и сказать, что у меня нет ни капли лицемерия, я хочу принести благо всем, если... Whereas I don't like to glorify
И вот Махапрабху, когда он даровал милость Джагай Матхае, то он сказал, что мы не должны думать о их прошлом, поскольку они предались. И вот Махапрабху дал пример, что если человек искренне раскаялся, то он можно сказать, спасен. И вот еще другой пример с Брахмананда Бхарати. Брахмананда Бхарати ходил в тигриной шкуре, чтобы показать свое отречение Махапрабху. Кто-то сказал из преданных, что Брахмананда Бхарати приходит встретиться с вами. Да, можно привести Брахмананда Бхарати к вам. Нет, он гуру, я должен идти к нему, а не он ко мне. Я его ученик, и вот он пошел, и когда пришел к Брахмананда Бхарати, Махапрабху спросил, и где же Брахмананда Бхарати? Вот он, глупцы, это ж не Брахмананда Бхарати, а где он настоящий? Брахмананда Бхарати, как вы говорите? Брахмананда Бхарати не может в тигриной шкуре ходить. Смотрите, как Махапрабху дал ему понять, и Брахмананда Бхарати сразу понял, что ношение тигриной шкуры, чтобы показать свое отречение и преданность, к делу отношения не имеет. И вот он переоделся, и Махапрабху его сразу узнал, обнял его, прикоснулся к лотосным стопам. И вот Брахмананда Бхарати провозгласил, что Махапрабху не отличен от Джаганнатха. Джаганнатха, он в форме Дару Брахмы, а ты такой, ты тоже Верховный Господь, но в таком передвижном виде. No, I like to establish Siddhanta this way. No, I can use. So same Mahaprabhu. Same Mahaprabhu going to ignore. И вот смотрите, Махапрабху, он игнорировал Брахмананда Бхарати сначала, поскольку он был в тигриной шкуре. Because of this kind of а потом он принял и вас прославил его, когда тот понял свою ошибку. И раскаялся, исправил ее. But you don't like to obey the teachings of Sriman Mahaprabhu. Same thing. If you eliminate all of it, you say, I promise you, I can go and catch your rose immediately. You prove that from Jagai Madai, now you are pure Jagadananda, Madhavananda. You have to prove it. Then I cannot think you are Jagai Madai previous. I cannot. Now I can catch you also. But offense should be eliminated. Offense should be eliminated. One different kind of offense. So I can give example from the Lila of Gadadhar Pandit. Гададхара Пандита, но вначале я хочу прояснить вон ту шлоку. Вот это. Сарушакти inside Bhagavan, resting, Jiva Shakti, Джива Шакти, Татаста Шакти, они внутри Бхагавана, нет. Татаста Шакти, она исходит из Бхагавана, но не находится внутри Бхагавана, хотя исходит из него. Татаста Шакти, пограничная энергия, она с Бхагаваном в соответствии с Ачинти, беда, беда, татвой, не прямо. И поэтому обусловленные души Татаста Шакти, мы говорим Дивасвапахой Кришна Нитья Дас, мы не говорим
Сварупаху и Кришна Нитибхакта. Я здесь Кришна Нитидас. А Нитибхакта не говорится, а Нитидас. Как в случае вот спички, например. Мы знаем, что если потерять спичку, а какую-то... А коробку со спичками, она зажигается. Огня как бы в них нет, в спичках, но в процессе трения головки, спички, вот это напыление на коробке, огонь возникает. Но огня там непосредственно нет. В этих спичках он как бы есть, но в скрытом виде. Нужно что-то сделать, чтобы он появился. Или поджечь, или просто потереть. И вот своего шакти как бы нету, но потенция обрести есть. Как кто-то избивает воду, чтобы масло обрести. Может ли он обрести масло? Нет, поскольку нету вероятности даже, что там какое-то масло возникнет. Потому что надо взбивать молоко, а не воду. И вот если взбивать молоко, то масло мы получим, поскольку есть под скрытое масло, там потенция, что оно получится, вероятность. И вот в науке и технологиях одно из главных это причина и следствие, вся наука. Вот она построена на причине и следствии, и моя речь, она тоже построена на таком принципе, что я готов выступать перед кем угодно, и чтобы мои речи слушали кто угодно. Я говорю без всякого страха. Я говорю о том, что я услышал от моей гуру Парампары. И вот некоторые люди совершают ошибку в том, что слепо следуют какому-то ачарье, но не видят в упор, не замечают связи или отсутствия этой связи с предыдущим ачарье. Если кто-то следует своему Гурудеву, это как бы не проблема. Проблема в том, что многие не видят связи их Гурудева с предыдущей Гуру-аргой. И поэтому все, что вы не делали, я никогда не меняю свои сиддханты, поскольку эта сиддханта не сходит свыше. Вот главная ошибка многих преданных, то, что они следуют какому-то ачарье, как бы в этом ничего плохого нет. Но вначале хорошо бы подумать, если у этого ачарья какая-то связь, настоящая связь с предыдущей гуру-аргой. Иначе ваше следование этому ачарье стало бесполезно. И вот в науке главное из главных — это причина и следствие. И вот если мы нашли какое-то следствие, должна быть причина этому. Как раньше эти ученые говорили, что Вселенная возникла в результате большого взрыва. Потом их теория поменялась, поскольку там было больше вопросов, чем ответов, как, например, откуда энергия там произошла, как это все, откуда энергия, кто предоставил эту энергию,
Ну, в общем, там вопросов о причинах гораздо больше было, поэтому теорию поменяли. Махарадж учился науке какой-то, и, в общем, знает эту научную кухню. У настоящих ученых мы не можем сказать, что он индиец с Индии или еще откуда-то. Настоящий ученый, он вселенский. Он действует ради блага всего мира. Нельзя его ограничивать какой-то Индией или еще чем-то. Как один панджабский ученый, он пытался договориться с индийским правительством. В общем, тот ученый какого-то местного политика просил помощи, но те, естественно, отказывали, зачем иди наука нужна. В общем, пришлось ему к американцам обратиться, показал свои исследования, тезисы. Но американцы с радостью согласились, давайте привозить ему, мы денег дадим и билеты купим, собирайтесь, приезжайте. И вот за полгода какое-то открытие сделал знаменитое. По генетике что-то. Сейчас американцы говорят, что он настоящий американец, Нобелевский лауреат. Вот. И также саду нельзя заключать в какой-то... Ну, заключать его в какие-то рамки. Саду, он вселенский. Настоящий саду, он такой общемировой, общевселенский. Нельзя его ограничивать какой-то организацией, страной, городом или еще чем-то. Саду, он широкомыслящ. Но не все этого понимают. Кто-то боится абсолютной истины. Fighting is no solution because this is my last answer, universal answer. Whatever they can shout, I cannot give any. I can give answer regarding all other shastras, everything. But particularly, I think it is actually absolute answer. Absolute answer. If they are going to stop, they can stop. Otherwise, they can die. I have nothing to do.
Прежде чем принимать какое-то решение, нужно проверить, выяснить, что и что. И вот многие преданные пытались меня как-то проверить. И Илай Махараджа, даже какие-то преданные пришли и сказали, что и вот если кто-то хочет игнорировать все шастры, вот Гададхар Пандит явил такую лилу. Он олицетворение Радхарани, как это? Я могу объяснить, как он аватара, как не аватара, как Радхарани явилась в его форме. Гададхар Пандит. Он получил вдохновение от Мукунды. Мукунда сказал: «О, Гададхар, пойдем, получим даршан великого Вайшнава, Пундарика Виденитхи. Хорошо, пойдем». Thakura Vishnavano Avaniro Susham Pado. In this world, if some jewel is there, that's me, Vaishnavas. If you give me diamond and you know, follow, power, I cannot take. Jewel is Vaishnava. No, not on the street. Thakura Vishnavano Avaniro Susham Pado. Susham Pado. И вот Гададхар Пандит решил отправиться с Мукундой и пришел, смотрит, что этот Пундарик Виденитхи странно выглядит. Его волосы были намазаны каким-то ароматным маслом, жевал листья и орехи бетеля. Плевал в золотую плевательницу, его постель была подобна цвету молока. И сидел под каким-то дико богатым зонтиком. Какой-то английский, не зонтик, а что-то такое. Индийская аналога на английском нет. И вот был очень-очень дорого одет, с золотыми цепями, и глаза был как наркоман выглядит, как обкуренный был. Вот, но не героином каким-нибудь, а Кришна Прамой. И вот, в общем, так страна выглядела. И вот Гададхар был очень смущен, а вот тот, кто с ним пришел, он
изнес несколько шлок из Бхагаватам, и этот Пундарик Видянитхи, он на его теле возникли признаки божественного экстаза. И Гададхар понял, что вот Махарадж сейчас говорит об этом. И Гададхар Пандит, он увидел вот, вот эту шлоку, произнес. И вот Пундарик Видянитхи, услышав эту шлоки, он почувствовал огромную боль разлуки, он скатился с кровати и начал рвать на себе одежду, вызывать Кришне, плакать, как с таким огромным чувством, плевательницу свою прокинул. И так начал плакать с огромным чувством Кришне. И Гададхар Пандит был удивлен, видя реакцию, проявление премы. Он был шокирован, он подумал, я совершил оскорбление, видя такую внешнюю, его внешнюю форму, которая меня дурачила. Как же избавиться от этого оскорбления? Я должен получить посвящение у него. И он получил посвящение от Пундарика Видянитхи. В своей предыдущей лиле он был Вришабхану Махарадж. Даже Гададхар Пандит, он был и вот он так принял такой шаг, чтобы избавиться от Вайшнава Парадхи. И Шачимата, мать Махапрабху тоже. Но не все могут признать свою неправоту. Кто-то утверждает, что все оскорбители, кроме него. Situation, Harikatha can also take a nice mood. This is the same thing explained by Mahaprabhu. Mahaprabhu was speaking in front of Sanatan. И вот Махапрабху говорит Санатане. Я слышал. Ты объяснял эту шлоку 18 раз, я хочу услышать ее. Я не помню, я сумасшедший. И посмотрим, что я вспомню благодаря твоему общению, Махапрабху сказал. И с помощью. И посмотрим, сколько значений проявится благодаря тебе. И вот Махарадж говорит, что если есть хорошие слушатели, то Харикатхана происходит как поток нектара, если есть какие-то, так сказать, слушатели с негативным настроением, то Харикатхана не идет.
Если это человека попросить уйти с таким негативным настроением, то Харикатхана опять продолжает идти как нужно. И вот если настоящий, то есть для Харикатхи нужен тот, кто может говорить Харикатху, и также не менее важно тот, кто может слушать, и тот, у кого есть потребность в этой Харикатхе, тогда Харикатхана льется подобно нектару. И в таком случае, там, где происходит настоящая Харикатха, Бхагаван, он пребывает там. И вот Гададхар Пандит, он готов был искупить свое оскорбление, поэтому принял посвящение у него. Валлабхачарья тоже понял, исправил. Мшачимада тоже. Посмотрите на Иханугатью, когда Валлабхачарья понял свою ошибку, он захотел принять прибежище у того, кого он оскорбил. Но и вот когда Махапрабху отправился во Вриндаван, Гададхар тоже пошел за ним. Тот сказал: не иди за мной, нет, я не могу не идти. Нет, не иди, я дал тебе служение в тот Гопинатхе. Нет, я не могу жить без тебя. И это твоя любовь ко мне. Сейчас я понял. Если ты любишь меня, ты должен исполнять мое указание. Если я люблю Шрилу Прабхупаду, то я все равно буду продолжать говорить о послании Шрилы Прабхупады, а не непонятно кого. И в этом моя сиддханта. И вот Махапрабху побежал, и Гададхар побежал за ним, и вот до Катака. Они добежали таким образом. Он сказал: о, Гададхар, ты принял кшетра-саньяса, что не будешь выходить за пределы Нилачала. Гададхар Пандит, пусть моя кшетра-саньяса пойдет в ад, но я не могу жить без тебя. И что случилось? Махапрабху пересек реку, оставив того на берегу, тот упал от разлуки без сознания. И Рамананда, все остальные нашли вот там, и такая лила Бхагавана. Это такая любовь к Бхагавану. Если я люблю свою страну, эти борцы за свободу, они готовы умереть ради своей страны. И это один из признаков того, что они любят свою родину. И вот, если... И вот Гададхар Пандит, он Радхарани, и как можно понять, мы знаем, что Бхагаван Си Кришна, он решил изменить свой цвет тела и бхаву, чтобы понять настроение Шримати Радхарани, поскольку он доминирующий абсолют, а она доминируемый абсолют Радхарани. И вот до тех пор, пока
мы не дошли до того уровня, мы не можем понять. Я знаю, Кришна знает все. Но Радхарани, она тоже Верховный Господь, она Верховная Госпожа. Но Сиддханта в том, что доминирующий, доминируемый. То есть, ну, имеется в виду Радхарани, она больше, как... В общем, Кришна, чтобы понять настроение Радхарани, ее чувства, он решил явиться в форме вот Гададхара. И вот сейчас, если цвет тела он принял ее, цвет ее тела, и что еще там? Что еще? В общем, осталось только, но уже Кришна все забрал, святое тело, настроение, еще что-то, и осталось только сама Радхарани. И вот она явилась в форме Гададхара. Гуранга Махапрабху явился, взяв ее цвет, ее тело, ее бхаву, настроение и теджа, сияние. И вот наш Гададхар Дас, который из Зарядахи, Калькута. И вот с помощью Гададхар Даса какой-то мусульманский правитель, он изменился. Он не мог ничего сказать перед ним. Он олицетворение теджи Гададхар Даса, это олицетворение теджи сияния Радхарани, а Гададхар Пандит это олицетворение самой Радхарани, а остальное в соответствии с Ачинтья Беда Беда Татвы, вот это Кришна в форме Махапрабху взял другие его качества. Но хотя здесь говорится, что Кришна буквально украл вот эти качества, несколько качеств Радхарани, но все же Радхарани осталось Радхарани, Гора Вишнуприя. Мы можем поклоняться им на пути Арчана Марга. Гора Гададхара и Гора Вишнуприя мы можем служить на пути Арчан Марга, но когда кто-то входит на пути Рага Марга, то мы должны поклоняться Гога Дадхару. И поэтому наши Гурага и Бхарати Махарадж говорит, что видя божество, установленное Махаджаном, если мы получили их милость, то мы можем понять настроение их баджана. Но материалисты не могут понять. В любом годе Матхе, Гуранга Махапрабху, если их нет, это невозможно. Наш баджан под руководством Гуранги Махапрабху. Кто-то может что-то новое обнаружить. Какие-то люди спрашивают, почему в Гауди Матха Гауранга Нитянанда, почему Рада Кришна нет? И вот я могу привести множество примеров, чтобы показать, как люди отклоняются от пути Гауди Матха и Гуранги Махапрабху. Гададхар Пандит, он Радхарани Махапрабху слушал Харикатху от Гададхар Пандита постоянно. И
служение Тутагопинатху. Это Тутагопинатха нашли на Туте, Тута это название сада. Кришна, Гуранга Махапрабху, он однажды пошел в этот сад полон, он там был куча песка, вот он в этом песке нашел этого самопроявленного Тутагопинатха. Это служение было дано Гададхара Пандиту. Время от времени Махапрабху приходил, слушал Бхагавадгатху от Гададхара Пандита и принимал прасад. И так много вещей я хочу сказать, но времени мало. На следующий, вот Тирабхав, Бхактивинода Тхакура и Гададхара, день ухода в один день, в этот день и продолжим. Jai Shapasa Sivadadar Pandit Ki Jai Shapasa Tugurandamad Gaut Vimanandeh.